Приветствую всех любителей бани, а особенно тех, кто только планирует примкнуть к нашей многотысячной армии. Выбор банной печи для многих процесс мучительный, ведь от того, насколько правильно вы подберете банную печь, зависит то, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в парном помещении. Параметров выбора великое множество, начиная от объема парной, заканчивая типом микроклимата и даже ценой печи. И сегодня в нашем обзоре вы увидите не одну печь, а сразу несколько ярких представителей огромной, очень популярной линейки банных печей Гейзер от TMF. Гейзер за долгие годы продаж стал эталоном золотой середины, который неизбежно приходит тот, кто ищет для себя идеальную банную печь. И дело не в раскрученной торговой марке производителя, а в том, что конструкторам удалось воплотить в жизнь очень удачную идею. Удалось сконструировать идеально сбалансированную банную печь, причем ее можно масштабировать как в меньшую, так и в большую сторону. И при этом сохраняется самое важное – характер печи. Ну, хватит хвалебных песен, давайте перейдем к рассмотрению характерных представителей большого семейства гейзеров. И мы пойдем не по порядку, а начнем, пожалуй, с самой популярной печи, рассчитанной на средний размер парного помещения до 18 кубических метров, печь Гейзер 2014. Именно эта печь стала основой для всего большого модельного ряда гейзеров. Гейзер 2014 – печь для парных объемов до 18 кубических метров. Ее основа – закрытая каменка, которая имеет цилиндрическую форму и находится в самом центре топки печи. Огонь омывает ее со всех сторон, как бы обнимая, и при этом камни нагреваются в ней до невероятно высоких температур. Закрытая каменка заполняется через специальное отверстие, которое перед началом эксплуатации закрывается заливной воронкой. В воронке, кстати, есть клапан, который не дает пару обратно выходить. Пар здесь выходит через специальные паропроводы, находящиеся в центральной части каменки, и перегретый пар попадает в парное помещение через разогретые камни открытой каменки. Гейзер 2014 имел просто оглушительный успех, и, естественно, создатели подхватили волну и расширили модельный ряд как в меньшую, так и в большую сторону. В 2016 году появились еще две базовые модификации гейзера. Это гейзер XXL 2016 и гейзер Mini 2016. Самое интересное, в этих, казалось бы, совершенно разных банных печах сохранено самое главное – принцип парообразования. И по характеру эти печи абсолютно одинаковые. Только Гейзер Мини работает в парилках объемом до 12 кубических метров, а Гейзер XXL работает в самых больших парилках объемом до 24 кубических метров. Гейзер XXL 2016 – мощнейшая печь для больших парных объемом до 24 кубических метров. В эту печь входит почти 100 килограммов камней. Эта печь не выглядит огромной, но может мощно нагревать парные помещения как средних, так и больших объемов, при этом давая очень много качественного мелкодисперсионного пара, который так жаждут получить настоящие ценители русской бани. Гейзер Mini 2016 – это печь небольших размеров. Как я уже сказал, объем парных от 6 до 12 кубов. А вот в 2017 году компания TMF порадовала владельцев сверхкомпактных парильных помещений выпуском нового изделия – печи Гейзер Micro 2017. Эта печь прогревает парильные помещения объемом от 4 до 9 кубических метров и при этом выдает такой же мощнейший пар, как и ее более старшие собратья. В итоге мы имеем 4 основные мощностные модификации печи Гейзер. Это Гейзер Micro, Гейзер Mini, Гейзер 2014, рассчитанный на средние объемы парильных помещений, и самая большая печь Гейзер XXL. Но вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что на этом модельный ряд гейзеров закончен. Дело в том, что есть возможность выбрать еще и металл, из которого будет изготовлена эта печь. На выбор 3 варианта. Первое – карбон, это конструкционная сталь. Второе – инокс, это жаростойкая нержавеющая сталь. И для самых серьезных намерений есть сталь посерьезнее – супер инокс. Это усиленная нержавеющая сталь для тех, кто любит печь топить погорячее, ну или для тех, кто планирует ее использовать очень часто. Все мощностные модификации гейзеров доступны для покупки с очень интересной опцией. Это встроенный теплообменник. Он устанавливается внутрь топки печи, поэтому работает он очень эффективно.
На самом деле про модификации печей Гейзер можно говорить очень долго. Вы только посмотрите на все богатство ассортимента. И дело здесь еще в том, что компания TMF уделяет очень большое внимание внешнему виду печи. Здесь и различные цветовые решения корпуса, различные варианты оформления рамки каменки. Естественно, есть варианты с обычной топливной дверцей, а также варианты с большой дверцей со стеклом Витра. Печь Гейзер – это достойный выбор как для небольших бань со сверхмаленькими парильными помещениями, так и для больших клубных парилок в огромных гостевых домах. Одинаково легкий пар будут давать как младшие модификации, так и самые большие гейзеры XXL. Познакомиться поближе с печами Гейзер вы можете в любом нашем магазине, в магазине Фарнакс. Заходите, ждем вас в гости. Обязательно подпишитесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить интересные новости из мира банных печей. Ждем вас в гости. До новых встреч. Пока!